Добрый день. Сегодня сделала очень хорошую такую эффектную маску для кожи, лица. И хотела вот с таким рецептом с вами поделиться. Чтобы сделать этот маску, нужно брать 1 столовую ложку сметан. Нужно добавить туда 1 чайную ложку морской соль. Если морской соли нет, то можно заменить вот домашней солью, только чтобы она была мелкая. Потом нужно добавить туда 1 чайную ложку сока алоэ, а сок алоэ можно заменить медом. Потом нужно добавить 2 столовые ложки крахмал и 1/2 чайной ложки касторовое масло. Все хорошенько перемешиваем, а потом где-то пусть она минут 10-20 вот настаивается вот так. Чтобы чуть-чуть еще гуще сделалась. Вот маска наша готова. Нужно наносить на кожу лица по массажным линиям на 15 минут. Также можно его, этот маску можно наносить вот на лицо, на шею и декольте. На 15 минут наносим, потом нужно смыть прохладной водой. После этой маска кожа очень хорошо очищается. Подтягивается контур лица, выравнивается вот цвет лица, улучшается кровообращение, вот. Кожа вот очищается и тонизируется очень хорошо кожа. Кожа делается прямо гладкая, ровная и упругая.